Из Украины с искренним приветствием. Художник из Николаева Сергей Пантелейчук приехал в Пермь по приглашению театра «У моста». Он занимается оформлением премьеры. Но у Сергея Владимировича есть еще одна миссия. Он привез документы о нашем земляке Василии Бачурине. Уроженец Кишерцкого района, герой Советского Союза, 70 лет назад участвовал в десантной операции по освобождению Николаева. Наши моряки уничтожили около 700 фашистов. 68 человек. То есть на каждого человека, моряка, шло по 10 фашистов. Весной 44-го года отряд морских пехотинцев был заброшен в Николаев. На тот момент город находился под контролем вермахта. Десантники захватили порт и в течение 2 суток отбивали атаки противника, удерживали позиции, дожидаясь подхода советских войск. Василий Бачурин был сапером, разминировал портовые сооружения, которые гитлеровцы подготовили к подрыву. Прикамский сапер, как и большинство участников той операции, погиб. После войны в центре Николаева воздвигли мемориал 68 десантникам. Сейчас горожане несут вахту возле вечного огня. Чтобы не испортили и не надругались над памятником, ночью люди поставили палатку, вот, стоят у палатки, охраняют памятник. Украинский художник, кроме документов, привез еще и землю с могилы Василия Бачурина. Все это он передал в Пермское отделение Российского фонда мира. Председатель общественной организации Зоя Козлова заверила, что свяжется с музеем на родине героя. Я с благодарностью принимаю и обязательно передам эту землю. Если есть в самой в Усть-Кишерте есть музей, то Усть-Кишерте передам. В фонде мира говорят, всего в боях за Украину погибло 6 тысяч прикамцев. Общественники собирают информацию о каждом бойце. Их биографии публикуют. Юлия Зыкова, Степан Пепеляев, телевизионная служба новостей.